Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем играть в игру Starbound. Вот, в прошлой серии у меня получилось две части, примерно по часу каждая, да? Вот, и сейчас мы... Что мы делаем? Давайте в инвентарь зайду. Да, я тут на самом деле хотел некоторые вещи продать. У меня тут, видите, еда уже скоро испортится, поэтому надо ее, видимо, уже кушать. Скоро станет несъедобной, да? Ну что ж, ладно, давайте сейчас... А, нет, высаживаться нам не надо. Нам нужно на... А куда мне нужно? На базу. Вот. Я сейчас начну серию с того, что я должен был сделать в прошлой серии. Продам всякую ерунду. Ну вот, в Терамарте, например, продажа. Так, давайте я вот это вот все попродаю. Прям быстро-быстро продам все, да? И просто напомню, что я... Что я хочу сделать? Я хочу... Даже это продам, я все продам. Я хочу 20 тысяч набрать. Так, яд продавать не буду. Вот, вот здесь вот это вот все буду. Так, вот это продавать. И вот это продавать я не буду. Вот это вот продавать буду. Да, помните, как я все это дело раз это самое... О, вот это продавать не надо, вот это вот надо мне здесь оставить. Да, и в прошлой серии я хотел почитать вот эти вот книги. Вот, 16 тысяч. То, с чего я начинал одну из предыдущих серий. Да, я помню, как меня там поубивали дофига раз. И вот это деньги, это самое, пропали. Так, давайте перепись людей. Вот это вот все я пока что вот так вот положу, чтобы потом сюда вернуться и все это дело прочитать. Вот это вот кладу, вот это вот, вот так. Так, а что это? А мне, я же еще хотел сделать эту самую, как, одежду. Так, дом один, давайте. Сейчас я вспомню, что у меня тут есть. Точнее, что я должен тут это самое. Так, 20, 28. 28 плюс 12. Это будет 40, да? То есть у меня 34. Так, давайте вот это вот я все вот так вот складываю. Правильно? Правильно. Так, и вот это вот я бы сюда сложил. Временно. И вот это вот я бы сюда сложил.
Так, что я еще хочу сделать? Я еще хочу набрать, может быть, еды. Томат. Сколько мне томатов? 2 томата жареных. Так, я думаю, что мне вареный рис. Ну-ка, 5 штук. Так, сколько у меня там еды получается? Так, ну все, я думаю, пока что. Но только если... Подожди. Вот так вот. Только если я сейчас какой-нибудь шоколад сделаю, да? Ой, мышка лаганула. Я вот помню, что шоколад тут прямо вообще крутой. Ну-ка, кукурузный початок. Офигеть, кукурузный початок, а что он дает? Офигеть. Да, и почему у меня оружия-то нет? С собой. Точнее, я... Оно у меня есть. Но я его что-то не выбрал. Слушайте, кукурузный початок — это неплохо получается. Ладно, я не буду сейчас дофига времени тратить на приготовление еды. Еда у меня сейчас есть. Ну-ка. Отлично. Так, сюда я... Вот сюда я хочу. Я хочу на ту самую планету, потому что я ее не исследовал. Вот, и... Так, подождите, давайте я... Пока мы летим. Я все-таки пока что еды себе сюда положу. Вот так вот. Конечно, вот эти вот плоды, они... А, тут смотрите, тут уже... Да, тут уже вот этого... Солнышек нет, поэтому мы... Радиоактивная звезда. Неисследованная. Посещенная. Ну вот, давайте. Безжизненная лунная. Давайте вот сюда. Я просто вспомнил, что я все-таки не в той этой самой системе. У меня другая кошка получилась. Она сменила окраску. Ля, сколько тут пацаны. Давайте вот сюда. Сначала залечу. Чисто, чтобы разнообразие было у нас. Вот. И вылазку сделаю. Конечно, тут особо опасности никакой нет. Сейчас мы залетим сюда только. Так, отлично. Да, тут, видите, все мирные сидят.
Но я у вас буду сейчас тырить вещи. Так, новокит стоит. Новокиды классные. Я вот думаю, может, за них надо было и играть. Так, задание мне тут дает. Нет, не хочу сейчас задание выполнять. Извини, друган, я у тебя это стырю. Так. Лёв, мусор в мусорном ядре. А вот это что такое? Сломанные панели мне не нужны. Дожили, да? По помойкам глаза. У меня запись вроде идет хорошо. Так, если что, ничего тут не было. У вас тут эти самые вещи взрываются сами по себе. Короче. Вот именно для этого я сюда и пришел, чтобы... Чтобы... вещей понабрать. Так, теперь сюда. Бля, вот это что такое прикольно. Так, тут у вас ничего нет. Вот эта штука мне нравится. Крутящаяся. Прикольно. Еще мне нравится тут стул со стулом. О, здорово, вместе. Пойдем. Тебе куда? Ну тут вы сами разберетесь. Так, вот здесь что-то интересное, наверное, должно быть. Блин, такой шкаф здоровый. А ничего интересного в нем нет. Откройся, пожалуйста. Так, корпус меха мы взяли. Тут у нас ничего нет. Так, а тут у нас что? Извините, что я тут стреляю. Я, если что, человек мирный. Так, тут я был. Тут ничего взять не получится. Ну, собственно, вот и все вроде. А ну что ж, идем, значит. Собственно, вот для этого я туда и летал. Теперь чё? Так, куда бы мне сейчас это как это Одина
Давайте вот сюда попробуем. Вот в эти штуки я пока летать не буду, потому что, ну, не до них сейчас. Так. Угроза непостижимая. Не, нам тут непостижимую угрозу не надо. Летим сюда. Вот эта вот карта мне напоминает космических рейнджеров, когда, помните, я там летал. В этих самых... Блин, тут этих солнышек нету, да? Получается. Не понял? Вот мне не нравится, что тут непостижимый уровень опасности. Ну ладно. Попробуем здесь походить. Я не знаю, тут как бы... Поспорим, что тут лава. Бля, вы кто? Так, давайте я немножко покушаю. Чё-то я не хочу туда идти, потому что там сразу обрыв вниз. О, зато тут микросхемы идут, да? Офигеть, это что сейчас было? Да, я... В лаву не хочу. Так, ну давайте вот здесь вот начнем тогда прокапываться. Что-то я вижу. Ну-ка, что это такое тут? Обсидиан. Так, и у меня тут это самое. Есть же факелы. Так, самое главное, чтобы я мог вот сюда вот запрыгнуть, поэтому сверху я тоже немножко сделаю. А, место для прыжка. О,
О, можно сейчас вниз немножко пойти, потому что... А тут что у нас? Всё, тут лава. Хотя меня интересует вот это вот. Я понял, что это за планета такая. Это, если помните, водная планета, где мы под водой плавали. Да, но только вместо воды здесь лава. Что-то мне сюда вообще не хочется докапываться, но... Это медь. Зря сюда прокопался, получается. Так, тихо, там роботник. Ничего интересного. Надо какие-нибудь другие планеты искать, получается. Так. Да, мне кажется, что все-таки вот сюда надо. Да, вот здесь вот солярийум есть. Непостижимая сложность. Посмотрим, попробуем. Может, мне реально будет сложно, тяжело. Но я попробую. Лё. Ты злой? Злой был. А кто это был такой страшный-то? Так, есть, смог запрыгнуть. А может быть здесь смогу сразу найти. Правда, мне не нравится, что тут все в костях. Ну, хотя бы вот это вот нашел. Так, тихо, тут что у нас? О, тут какое-то строение, смотри. Блин. Я, главное, такой стою, жду. Реакция. Победю. Так, и что-то тут? О, метательные кости. А это что такое? Гроб костяной. Пиксели берем. О, 17 косарей. 17 косарей, это значит, что тут надо попробовать выжить. То есть, я напоминаю, тут экстремально непостижимый уровень сложности получается.
Так, о, это что такое? Это что? Костяная дверь. Ну, давайте. Так, еще что-то, смотри. Так, тихо. Так, там все равно ничего нет. На крыше. Военная колония. База. Так, меня тут получается. Ой-ой. А, ну кстати, ну-ка, тут мне. Да. Я тебя перепрыгиваю. Там вон вверху кто-то ходит и хочет меня стереть в порошок. Сейчас бы не откисну тут реально. Слушайте, а если это военная база? А это что? Возьмем, почитаем. Что за пропаганда такая? Я... Что думаю, если это военная база, то где военные силы? Давно бы тут у меня бы прилетели бы, размотали бы танки, вертолеты, БМБ. Не, ну военная база прикольно. Правда, защищена как-то, ну, по мне не очень. Бля, еще один, смотри, откуда ты пришел. По логике я здесь сюда вообще не должен был входить. Военная база — это серьезное предприятие. Туда таким, как я, вообще не войти, не выйти, короче. Так, ну-ка, подожди. Кушаем. Немножко тяжеловато. Mm-hmm.
Давай скорее заряжайся. Я вообще сюда пришел ради... Ну, не конкретно на военную базу, а на планету прилетел. Ради солнышек. А тут мне военную базу дали. Тихо. Вот здесь это хорошо бегать. Так, у нас тут минус один, это хорошо. Ой, нифига. Ну-ка, сколько у меня пикселей уже? 18 косарей, между прочим. 2000 осталось. Так, вот это я хотел. Посмотреть, но ничего там не было. Пиксели лежат. Беги, пока можешь, пишут. Опа, хорошо. Так, ну, уже... Ну-ка, я тебя могу взять? Так, там кто-то вроде ходит, да? Да, тут кто-то есть. Это что? Так, тихо. Деремся. Пить? Ну что ж такое?
Ладно, бежим сюда. Ой, а там еще кто-то есть. Что-то вас тут в натуре много. Грустить не стоит, пишут там на плакате, пока я тут воюю, да? Не, ну... Давай, заряжайся. Я не знаю, что это за военная база такая? Блок клеток. Что за блок клеток, я не понимаю. Какие клетки? А, это душ. Прикиньте, у них тут даже душа. Камера. Ой, трое. Четверо. А вы думаете, я с вами справлюсь? Так, все сюда. Так, открывайся. Нифига себе. Я гигачат какой-то. С четырьмя справился, вы представляете? Вы прикиньте, какая тут паника должна быть. Приходит один Антон и выносит вообще всех. Да чё вы дверь-то закрываете за собой? Только его перестреляй давай, да? Вот если бы я за вас был, вам было бы лучше. Спорим? Да, тут все закрыто опять. Так, тут койки. А вот сюда бы я сходил бы.
потому что тут много чего интересного может быть. О, башка чья-то тут внизу. Ничего нет, столько коробок и все пустые. А тут, ну хоть что-то. Тут ничего нет. Бля, это что такое? Так, это тут слушают трибуна. Осталось как-то. О, буфет. Я хочу. Так, перехотел. Перехотел до тех пор, пока тут этих не победил. Так. Давай, давай, подходи. Так, так, вас тут трое. Ой-ой-ой. Тихо, живой. Так, минус один. Так, живой, живой, живой. Эть. Фух. Это было непросто. Но зато сколько у меня тут. Ой, не то нажал. 19 косарей, нифига. Так, и еды надо. Шоколадки одни остались. Остались одни шоколадки. Но зато ничего не пропадет. Что я там хотел взять? Буфет. Да. Ну-ка. Уведомление, заметка, события. Еще буфет. Еще буфет. Так. Ну, буфетов я себе набрал. Да, вниз спустись, пожалуйста. Блин, одни молоточники. Ну и шо вы? Думаете, меня победите, да? Кстати, грустить не стоит, я тоже, пожалуй, возьму. Блок клеток, я не понимаю, что это за клетки такие.
вот типа выход, ладно. Буду тогда. Изучать. Грязный матрас. Не, мне зачем грязный матрас-то? Мне грязный матрас не надо. Буфет. Грустить не стоит. Уведомление. Это я тоже выброшу. Это я тоже выброшу. Это я выброшу электрическое, это самое. Так, на самом деле. Тут что? Берем. Так, два молоточника. Нет, два молоточника это хорошо, потому что они с одной стороны атакуют медленно. И они даже не больно атакуют. Да, вообще они могли бы еще больше урона мне наносить. Но что-то не наносит. Так, где там я их нашел? Вот здесь. Неинтересно. Потому что ничего нет. Вот здесь. Нет, не здесь. Вот здесь, на крыше вот это было. А, вот туда можно, наверное, на крышу запрыгнуть. Ведь? Да, в натуре. Так, и чё? А, вот так вот, смотри. Еще и все, это вся база. Ой, вот это вот я, конечно, дал маху. Ну что, вроде все, да? Получается. Если это. Так, еще чуть-чуть не все. Совсем капельку, ну и все. Ну так хоть девчонку прям жалко убивать, блин, расстреливать. Еще не все. Да вы че, блин? Че это за база такая огромная? Да, они в натуре за собой двери закрываются, да? Конечно, за ними теперь все открывать заново. Вы прикиньте, это еще не все. Ё-моё.
меня интересует. Вот это что такое? Тихо. Тихон какой-то был написан. Тихо, 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 тихо. Блин, как же меня бесит, что они двери закрывают здесь. Так, ну грустить не стоит. Так, похоже, это последняя комната. Так, это, конечно, я собрал. Уже вторая книжка такая, прикиньте. А это что такое? Эти книги у меня есть. Я все-таки их почитаю, да. Так, вниз надо сходить. А, здесь, видите, типа допрашивают. Прикольно, прикольно. А, в смысле, не допрашивают, а видится там, типа, два стула. Военная колония. Так, ну хорошо, окей. Так, крабик. Ай-яй-яй, тихо. На западе кого? Да, ё-моё. Так, крабиков тут много этих вот. Не очень. Опа-опа, а это что у нас тут такое? Так, подожди, это у нас планы ждет. Что это? А? Шарик славы. Ладно, давайте так я сделаю. Я понял, что на этой планете я как бы ничего не найду. А тут я... Что сделал? Ну, по крайней мере, зачистил военную базу. Да? И нашел всего лишь 4... А, солнышко, да? Так, ну-ка, сейчас. Не то. Так, медный слиток. 16 штук. Сколько? Так, и по итогу, сколько у нас тут получилось? Тридцать шесть, да. Тридцать шесть нам нужно много. Так, хороший источник топлива. Давайте вот это вот положим сюда, это тоже сюда. Это пока что тоже сюда. Короче. Что еще я хочу сделать? Скушать последнюю шоколадку.
приятно кушать шоколадки в своих домашних условиях, да? Так, хлопок я сейчас весь заберу. Так, с едой я пока повременю. С едой повременю, но зато я сейчас буду все опять поливать. Да, я сейчас опять закругляюсь с серией, с этой. Думал найти солнышки сейчас, да? Вот, ну нашел военную базу и ну и зачистил ее. Ну, справедливости ради, я все-таки там нашел кое-какие солнышки, да? Вот, если что, под солнышками я подразумеваю солярий, да, вот этот новый для меня ресурс. Ну как новый? Так-то он не очень-то и новый, по сути. Новый в том плане, что я его только-только начал добывать. Это какая серия? Почти 80-я, да? Или уже 80-я? Вот. Так. Пускай все это дело пока что растет. Что я сделаю? Так, сюда, сюда. Костяной гроб зачем-то изучил. Ну да ладно. Изучил это, изучил. Чё бубнить-то? Пусть будет. Так. Все это дело у меня. Ну, пока что пускай так будет. Что у меня тут? Все вот это дело мне нужно разобрать, разложить, раскидать. Так, тут занято. Пускай это вот здесь вот все будет. Хорошо. Это здесь у меня что? О, кстати. Все прикольные штуки у меня где-то здесь лежат. Вот. Пускай все вот так вот лежит. Это здесь, это и здесь все сделал. Так, вот это вот. Сияющая ветвь, копье. Так, сейчас я попробую. Буду пробовать, короче. Копье, солнечная палка. Ну и название, конечно. Ну-ка. О, вертуха пошла. Так, хорошо. Надо на самом деле потом посмотреть. Ну, когда я буду. Прикольно, конечно, но я это все продам. Да. Чего мне надо? Мне надо на корабль. А, нет, я что сюда пришел-то? Ну-ка. Я сюда пришел, что? Так, в это самое посмотрел. Вот это вот мне надо подобрать.
ли из вот этого, что я подобрал, да, я смогу что-нибудь потом сделать. Только надо потом не забыть, что я сюда конкретно его это все положил. Так, да, тут тоже давай сюда. Так, ну что ж, вот это тоже кладу сюда. Давайте вот это вот положу все. Вот так. Это нанобинт кладем сюда. И теперь я спокойно смогу. Так, возвращаемся на корабль. На корабле, короче, я сейчас буду читать вот эти вот книжечки. Так, так. Так, и чё мне? Да, все-таки у меня все эти книжки есть. Ну ладно, значит, продадим их. Короче, с листочка начнем. Ты нужен человечеству. Люди должны сплотиться, чтобы выстоять против опасностей, которые угрожают нам. Мы должны сражаться против отвратительных рас, которые засорят нашу Вселенную. Пока вы любуетесь собой, эти мерзкие создания разрушают наш дом. Люди, объединяйтесь, присоединяйтесь к Аказусу. Наденьте фиолетовые капюшоны. Это осудительно, по-моему. Конечно, люди как вид в космосе, конечно, должен объединиться, чтобы поддерживать человеческий род, скажем так, но здесь они объединяются против других рас, а не ради продолжения человеческой цивилизации с культурой. Вот. Ну и фиолетовый капюшон, это типа Куклукс-клан, или как он там правильно называется. Так. Перепись людей, отчет. Анализ переписи людей вне Земли. Эта недавняя перепись позволила установить два факта. Уровень межсистемной колонизации людей даже меньше, чем оцененный ранее. И средний размер поселения весьма мал. Крупнейшее одиночное поселение на данный момент подтверждено в Арин Бориалис. Это 7. И насчитывает всего лишь 12 человек, составляющих 5 семей. Данная статистика не особо удивительна. Исследования, проведенные в процессе переписи, показывают, что такие поселенцы склонны обладать авантюрным нравом. И в то же время, как это нередкая особенность среди нас, людей, решение стать поселенцем все еще является нетипичным. Большинство людей с этим типом личности выбирают путешествия, присоединяются к межпланетарным экипажам, становятся защитниками или проводят в странствиях некоторый период своей жизни. Лишь немногие наслаждаются мыслью о жизни в условиях глубокой изоляции, без какой-либо инфраструктуры или поддержки, в то время как поселенческая жизнь действительно выглядит неплохо, подходящей для специфического меньшинства. Большая часть остальных людей предпочитает располагаться в разнообразности, живости и умиротворенности Земли. Так, дальше у нас две книги. Так, это аварийная передача Земли. СОС, спасите нашу расу. Земля атакована неизвестным организмом. Поражение неизбежно. Эвакуация невозможна по причине отсутствия поселений вне планеты.
Если вы человек, получивший эту передачу, наша раса на грани вымирания. Будущего земного протектората теперь в ваших руках. Вот так вот, да. Это мы как раз оттуда в первой серии и улетели. Как стать землевладельцем 2? Утром. Так, утром погода одарила меня исключительным рассветом, торжественно окрасившим верхушку деревьев вокруг холма. Мне пришло в голову, что этой хибарой может воспользоваться еще кто-нибудь, еще какой-нибудь несчастный скиталец, так что я повыдергал траву, пробившуюся тут и там, заменил прогнившие доски и хорошенько законопатил щели в стенах и полу. Это быстро переросло в нечто большее, чем косметический ремонт, и я стал бывать в хижине чаще. Она стала для меня своеобразным домом вдали от дома. И в какой-то момент я замыслил сдать ее в аренду. Так, кодекс уже изучен. Хорошо, прикольно, почитали. Так, теперь давайте на базу. Телепортируемся и что сделаем? И продадим то, что мы хотели продать. Копья, книги, вот эти вот, которые я подобрал. И посмотрим, сколько у меня денег сейчас. Так, вот продажа. Это 19 косарей. Слушайте, это я сейчас. Так, давайте это я продаю все, да? Слушайте, ну-ка, ну-ка. 21 косарь. Слушайте, это здорово. Это я сейчас быстро бегу улучшать корабль. Эта корабельная лицензия бесспорно легальна. По сети пингвина Пита с 4 модулями улучшениями, чтобы улучшить свой корабль. Принимаю. Ну-ка, подождите. Так, тихо, сейчас я с 4 модулями. У меня сколько модулей-то? На 3. Вот это вот, вот так вот. Кстати, надо будет потом будет проверить. Может быть, у меня получится. Улучшить манипулятор материи свой. Так, вот это вот. Да. Так, где этот? Так ты? Нет, оружие беги. Так это не то. Так, подожди, а где? В смысле, готов? Я забыл, где. Вот он. Вот он, да? Квест выполнен. Улучшение корабля для класса Пустельга. После этого корабль будет улучшен. Пингвины всегда отлично справляются с работой. Хорошо. Улучшают, смотрите. Все, да? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, что у меня?
за корабль такой? Лё. Ну-ка. Лё, ты смотри, да. Можно здесь сделать второй этажик. Класс, прикол. Так, давайте я вот это вот тоже сюда положу. Пускай лежит. Если что, я все это дело продам. Слушайте, ну, места все больше. А, и вот здесь вот, смотрите. Местечко еще появилось. Так. Тогда получается вот это вот все. Короче, тут надо будет потом, может быть, внутренности корабля переделывать, да? Так, и еды у меня тут мало. Короче, ладно. Я думаю, что пока что. Пока что тут ничего больше улучшать не буду. Корабль улучшен чуть-чуть. Уже какой-то прогресс есть. Вообще, да, прогресс, конечно, тут есть. Мне осталось солнышек чуть-чуть, капельку поменьше. Найти. Давайте я последнее, что сделаю. О, давайте я вот к этим прилечу. Если этот корабль, короче, к которому я сейчас лечу, безвредный. Этот корабль принимает наши сообщения, и его капитан готов принять нас. Вот, сейчас после этого я прямо вот точно закончу серию. Может быть, здесь у них есть солнышки. Берем. Это весь корабль, что ли? Такой мелкий, ну ладно. У меня и то лучше, и то больше корабль. А, у них тут еще второй этаж есть. Ну вот, конечно, не то, что мне надо было бы. Ну-ка, тут. Солнышек нет. Солнышек нет. Ну и ладно, все. Получается, до свидания. Все. Быстро я корабль изучил. Собственно, что? На этом все. Конечно, цель у меня пока что не достигнута. Я хотел в этой серии сделать уже, как его, доспехи новые. Вот, но что-то вот, да, не получилось. Ну и ладно. Так, давайте я еще попробую вот это вот. Кристаллическое топливо. Короче, ладно, обратно я сейчас положу. Не знаю, как это используется. Так, и вот здесь вот как раз я вот это вот все вот так вот положу.
Короче, все, заканчиваю. У меня тут просто, видите, еды у Антона мало осталось. Вот. Поэтому надо быстрее заканчивать. Короче, это была игра Starbound. Потихонечку продвигаемся туда, куда надо продвигаться. Вот. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка есть на нее в описании. А это была игра Starbound. С вами был Однорукий Борис. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем удачи и всем пока.